Здравствуйте, дорогие зрители, с вами снова Эпик Ньюанга, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. И гляньте-ка на этих упортых чайчик. Несомненно, мы их можем подстрелить. Но мы этого делать не будем, потому что у нас путешествие с нашими братюнями. В предыдущей серии мы получили более эпичный дробаш. Как видите, он стал более похож на нормальный дробовик, а именно на спас. Какую модель, точно не знаю. Ну и мы... О, господи. Он так лежал в текстурах. А, нет, он там что-то пытается найти. Мы можем с тобой поговорить? Нет? Ты занят? Ну ладно, наш братишка Иона занят. А, как вы поняли, Уитмен, короче, свалил. То есть нас кинули. И он прихватил с собой нашу Лара, точку Сэмми. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так. А зачем Матиосу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие – все, что у нас осталось. Попробуем. Безумие, вы поняли, ребята? Far Cry. Шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца. Еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Тенчик мой. Мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Так, отлично. Мы то ли вернулись в храм, то ли я хз где мы. Воу. Пути назад нет. Ну, это понятно. Понятно. Ясно, понятно. А что еще делать? А делать больше нечего. Нас, так понимаю, ждет полное мясо. И не только из людей. Фарш будет конкретный. Конечно, остались такие персонажи, которым нежелательно бы умирать. Она жива. И милый доктор. Что же ты делаешь? Кто эти? Штормовые стражи. Люди. Они охраняют монастырь. Ждут, когда их ставит новой императрицы. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Что он делает? Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Тё! Какой живучий уродец, вы гляньте на него. Так, а где этот педрило? Его... Нет, ну это понятно, что это не он. Неужто ли упал? Ой, дурак! Ой, Уитмен.
накосячил ты конкретно. Несомненно, нам нужно бежать за теми парнями. Ну, тут есть какой-то спуск вниз. Давайте глянем, что хоть там. Так, отлично. Тут все закрыто, я так понимаю, да? Какой-то непонятный вход. Но зачем-то он тут есть. Либо так сбегать будем, либо я не знаю, что. Как вы поняли, короче, Уитмен все, кирдык. Я его труп найти не могу, видимо, он все. Отбросил коньки. Ну, по делам, что, сам виноват. Блин. Вот нельзя же на край, нужно именно на середину эту штуковину. Ну ладно, так там уйдет. Ползем. Прикольные самурачки, ну блин. Почему они не братюни? Лучше бы подружились с нами. О, потерял щит свой, что ли? Да. Еще в такой броне, как ассасины, бегать. Так. Штормовые стражи через столько столетий все еще охраняют свою императрицу. Да. Вот тут дробовик нам точно пригодится. Нам даже на это патроны намекают. Я так понимаю, лучше их не агрить. Просто так. Хотя, если мы их сагрим в дальнейшем, думаю, их будет куда больше. А, нет, тут ушли в какой-то зал. О. Я так понимаю, это можно подорвать. А, вернее, сжечь. Ну, у нас есть зажигательные патроны. Так. Ладно. Тихо. Нужно быть очень осторожным. Ладно, эти стражи, а есть же еще какие-то... Йоу, гигантские. Оп твою. Да сколько вас будет? Ё-моё. Ё-моё. Ну вы понимаете, как мне стрёмно на самом деле. Блин, их тут куча. Тихо-тихо, ребят. Так. Я же понимаю, что нам... Это же люди. Я ожидал, что это какие-то духи, там все дела.
То есть, если она говорит реально, что они по 100 лет охраняют, ну, в принципе, как... Не, жить-то они еще могут, но вот... Быть настолько качками... Воу! Ночь, а будет... Subway Run. Братишки, мы могли бы быть нормальными друзьями. Опять американские горки. И опять просел FPS. Понятно все с вами. Наркоманы. Убить бы вас. Ёпту твою! А не хочешь выкусить? Выкуси! Как они могут быть еще живы? Ну вот и я о том же спрашиваю. А ты меня не слушаешь вообще. Перестал слушать меня. Сколько крыс тут. Нет, вот дробовик тут вообще в тему. Они еще из дырок валятся. Отлично, лагерь. В записке, найденной у того полководца, говорилось, что причина бурь — душа в разлагающемся теле. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Будь ты проклят, Уитман. Ради славы ты готов на все. Наверняка разгадка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Штормовые стражи надежно его защищают. Но я должна это сделать. Хотя я очень боюсь того, что там увижу. Да мне кажется, ты уже ногчу повидал на самом деле. Так, охотник, охотник. О, короче, прицел какой-то дается. Ну, не знаю, давайте на пистолет все-таки, он довольно прикольный. Так, понятненько, и что мы можем сделать? Пистолет, прицел. Какой прицел? Автопуск. Большой магазинчик. Удобная рукоять. Никакого прицела. Нас немножечко подъебли. Дневники Лары 9 из 10. Ну, судя по прохождению игры, они пополняются. Получается, мы уже близки к концу игры. Получается, что так. Да, на самом деле затягивать ее уже тут нечего. Какой эпичный засов. Ну что, мы быренько с ним разберемся. Опять бури. Смотрите, за текстурные какие-то красные штучки. Нет! Сэмми! Сэмми! Вон, они идут! Становись к пулемету! Это сторона моя! Указывай цели! Подходите, ублюдки! Осторожно! Они справа! Стреляй! Задержи! Солдат. Второй мировой, по всей видимости. Да, что-то там у наших братишек все плохо, что-то мне стрёмно за них.
Ну конечно. Блин, я любой нормальный человек, упав с такой высоты, уже бы помер. Это они на кого? Да ладно. Ёб твою, ты видишь, на что они способны? Я... Воу. Ой. Воу. Ну идите на водички. Нет, вы серьезно? Я их должен всех убить? Чёртова самурая, их там целая армия была. Воу. Еще и со спины подкрадываются. А мозгов-то у них много. На полном серьезе. Но мне казалось, их больше, а их меньше. Ну там, короче, самый толстый был батька. Вот. Блин, вот винтовка была у этого, у кого урода, да, помню. Вот. Ларка, может, пойдешь? Да бахни ты. Хочу. Я не знаю, что я сделал. Да уворачивайся, да... Плохой дядя. Блин, ближний бой это... Такая неудобная вещь, на мой взгляд. Куда полез, ублюдок? Воу! Это не я выстрелил. Вас двое. Нечестно... Стоп. Точно, вот это будет мясо. Кто там стреляет? Воу! Ты чё такой педик? Ну вы не такие-то уж и сложные. Пфф. Тоже мне. Какие-то парни. Так, у меня чё-то нос зачесался. Сорян. Фу, да, ну. Тяжеловато, не спорю. Чё? О. Я тебя добить хочу. Вообще оборзели. Не, ну реально в край. Куда побежал крысик? Цикло! Циклоп, циклоп. Патрон, слава богу, хватает. Ой, нет, я не хочу. Нет, 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 пожалуйста. Братья. Нет, понять, тебя это не пробивает. Воу.
Ларка, ты, конечно, жесткая. Так, знаю вас, педиков. Искусное добивание! Я где тут? Да вот он ты. Блин, вообще жесть. Да. Прям, не знаю, GTA-шка какая-то, раз от третьего лица. Хотя... Кому как. Ну сейчас передохнуть дадите. Не стреляйте по бочкам, пожалуйста, я же все-таки девушка. К автомату у нас куча патронов. Значит... Ой. Ничего, что я не хотел, окей? Пожалуйста, я случайно. Ой, бомбанул. Ну, а вот сейчас патрончики взять надо. Вот так-то лучше. Бочечка опасная. Дробаш. Но я хочу наверх. О, как раз. А. О, гранатки. Блин, ну толст... Вот реально, мы же 100% придем к толстому. Эй, толстый. Воу! Мозги-то у людишка-то есть. Йо! Твою. Это было больно. А, это... флаг. Мы все ближе и ближе к толстому брату. Стрём! Воу! Где дробаш? Вот сейчас я же пожалел, что не приобрел магазин. Да умрешь ты. Понятно, сгоревших ни черта нет. Лол сам себя подорвал. Вау! Чё ты там базаришь на своем китайском? Блин, надо пересаживаться на более экономичный вариант патрон. Скажите честно, вы не кончитесь? Блин. Эти алахи идут. Опаньки. Тебе не стыдно вообще? Нет, ничуть. Ублюдок. Чё, как там с патронами? Ну да, да. Место то еще, на самом деле. Бабах. Не понял. Типа потяни. То есть сами для себя сейчас смерть найдем, да? А. Ну, блин.
Там толстяк. Или он сыкло. Наверное, он сыкло. Сорян, ты не сыкло. Вот это дубинка. Так. Воля случая избавила нас от проблем. Но честно, мне почему-то кажется, что это ненадолго. Хотя кто знает. Храм. Ёб твою. О, лагерь. Фух. Да, опасные парни, опасные вообще. Значит, что нам нужно? Искусное добивание, оно довольно эпичное. Вот с винтовочки хочу позырить. Да, неплохая вещь. Что, прокачивать? Да пока ничего не... А, нет, я же говорю, я же пожалел, что магазин не прокачал. Для кого? Для дробаша. Зарядка. Ну, она, по идее, дольше, да? То есть, такую штуковину, хотя... Теперь все серьезно. Ребят, вот, слыхали? Все серьезно теперь. Дробаш вот такой смачненький. Да. Да. Вот не зря, вот сейчас нам дают патроны не просто так. Вы все понимаете, что во всех абсолютно играх, ну почти во всех, не знаю, как там, какие еще могут быть. Там, короче, перед каким-нибудь боссом дают кучу припасов. Этому изделию тысячи лет. Оно попало сюда еще до основания Яматая. Подумаешь, ваза какая-то. А, урна, там было написано урна. Так, что это такое? О, книжечка. У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их. Они поедают плоть моих товарищей, поглощают их души. Кругом смерть. Я остался последний. Что меня ждет? Та же участь? Предки, услышьте меня. Умоляю, избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, они, возьмите меня к себе, прошу, дайте мне умереть спокойно. Да, чем дальше, тем хуже и тем более стрёмно. То есть... Вопрос, зачем мы сюда приперлись? Какая-то куча солдат не смогла тут ничего сделать, а мы... Я, конечно, не удивлен то, что мы тут всех покарали. Ёб твою. Вот ёб твою. Сейчас мы начнем это теребонькать, оно сломается. Не понял. Ну, то есть, типа оно не работает. Типа как всегда. О. Да, я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейдем. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиаса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне надо исчезнуть, как только закончится обряд. По-моему, я отлично подхожу на роль единственного выжившего, который вернется сюда с полицией, с камерами и достаточно скорбным выражением лица. Гляньте-ка, какой педрило вообще. Злой, большой, толстый дядя, все дела. Ну, Уитман, понятно, не толстый, но... То, что он злой дядя, думаю, это понятно и так. Там вместо жесткости нужно было писать слово жестокости. Да. Ладно, глянем, что у нас тут есть. Все по стандарту.
Так, труп, ты мне мешаешь. Я думаю, ты это понимаешь, поэтому я не буду тебя беспокоить. Что это такое? Координат секретов? Блин. Наверное, это просто так. То есть... Просто место с лутом. Наверное. И нам нужно было... Чё ты сикаешь? Прыгай. Я тебя чё, в лаву там кидаю или что? Вот это уже работает. Ок. Мы открыли. Вопрос, зачем? Там дырка. Там нету взрывчатки. Не знаю. Наверное, ее нужно было открыть и поднять. Понятно, Ларк тут просто так не зацепится. О. Отлично, еще одну шкатулочку нашли. Сколько здесь лута-то, а? Гляньте-ка. Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Как попало? Будто ты не знаешь, как... Вернее... Ты, короче, ты не знаешь, с чем ты работаешь. Все. А, вон. Вон белая неприметная стенка, которую я, как обычно, не вижу. Только не ломайся. Так. У меня с этим дело плохо. Вы это прекрасно знаете. С раскачкой этой дребедени, мало ли тут какая-нибудь секретка. А может, просто раскачать надо. Мы таким образом не разбудим... Мне нужно попасть туда. Никакого демона или там все дела. Ну а как туда залезть-то? Интересно, а что, опять тупить буду? Нет, ну вот как? Блин, отлично. Во. Там же дырка. Что, прошиб? Прошиб. Нет, ну опять мне как петушку мозгов не хватит додуматься, как тут залезть. Нет, дайте я закрою эту штуковину, но я не хочу, чтобы она здесь была. Может, мы, если ее опустим, мы сможем пропрыгать по ней? Фиг его знает. Балки тут есть. Честно, ребята, я вот не знаю, как здесь. Не, может, реально опять надо было? Там опустить все дела. Давайте попробуем. Ну, в принципе, что-то это, наверное, дало. Наверное. Я смогу, я перепрыгну. Ой, да ладно, ты прям туда упадешь. В кучу грязи. Смотри-ка, не смогла. Мы сломали эту штуковину. Не, в принципе, я додумался, как тут дальше действовать. Слава тебе, Господи, что додумался. Ну, куда прыгать-то? Сюда. Ну, чё ты не допрыгнула в первый раз. Второй сможешь? То ли опять моя глупость, то ли я хз чё. Ну, за эту штуку не потеребонькаешь уже, нет?
Так, отлично. Либо я, как обычно, чего-то не понимаю. Ну, есть у меня одна идейка, но не знаю. Правильно, неправильно. Попробуем, попробуем. Блин. Опять Господь не дал мозгов. Обидно. Ну... Фу, мать твою. Может быть, так надо делать, может нет, я не знаю. Ну, блин, это займет немало времени. Я не знаю, наверное, это неправильно. Хотя... Эх... Есть еще одна идея. Есть, есть. Наверное, это все тщетный бред. Я смогу. Я перепрыгну. Наверное, так нужно было делать сразу. Императрица Солнца. Огненный обряд. Выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть. Она передает душу. Все эти императрицы были... тобой, Пиника. Первый и последний. О, боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Я один ничего не понял. Сэмми, вместилище для души. Извиняюсь. Я должен... Так, как обычно мне позвонили, но это... Надо это прекратить. В норме. Так, ну да, как я понял, я ничего не понял. Это у нас в норме. Нам нужно пойти туда, туда или туда. А. Не знаю, зачем мы это можем открыть. Давайте откроем. Чтобы лишний раз не париться. Я тут где-то видел дневничок. Наш дневник? Выбора у меня нет. И я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца. Так, не... понятно, это про какая-то, короче, из этих императриц. Мне неинтересно про них слушать. Ну, я надеюсь, вы там успели бы на паузу поставить, поэтому... Ну, вам хватило времени. Что-то тут светилось. Ну да. Так, ну теперь помимо самураев у нас будут эти... Людоеды какие-то, они. Фиг его знает. Детальчики. Не загоревшаяся свеча справа. Одна такая стоит. Еще детальчики. Подземелья. Блин, какие они все-таки стрёмные. Вот так и кажется, что оживет. Все дела. Лагерь, отлично. Так, ребят, ну думаю, на этом закончим. В принципе, серия выдалась довольно-таки относительно скучной и относительно интересной, потому что мы все приближаемся к концу. Но продолжим в следующей части. Думаю, там уже все решится. А с вами был, как всегда, Эпик Невангай. Всем спасибо, кто был со мной, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте самое главное, чтобы я знал ваше мнение и чего вы хотели бы еще видеть.
И всем пока.